Привет! Рада тебя видеть на канале «Современные родители». Сегодня на обзоре отпариватель Syntec CT2379. Это не просто гаджет, это настоящий помощник в быту, который заслуживает твоего внимания. Давай разберемся, почему он такой особенный. Предлагаю более детально рассмотреть внешний вид и комплектацию этого отпаривателя. Сразу бросается в глаза его стильный розовый корпус, который добавляет устройству элегантности. Размещается он вертикально прямо на полу и оснащен небольшим утюжком с подошвой из нержавеющей стали. Это означает, что он не только стильно выглядит, но и обеспечивает надежную и стабильную подачу пара. Уникальная особенность – возможность настройки высоты благодаря телескопическим штангам из алюминиевого сплава. Это добавляет удобства в использовании, ведь ты можешь адаптировать отпариватель под свои нужды. Индикатор на приборе – это твой надежный помощник, который проинформирует тебя о готовности устройства к работе. И, конечно, не стоит забывать о безопасности. В комплекте найдешь защитную рукавицу, а также вешалку для одежды, щетку для меха и дополнительную гладильную доску. Все это делает использование отпаривателя Syntec максимально комфортным и безопасным. Не забудь заглянуть в описание под нашим видео. Там ты найдешь ссылки на проверенные магазины и специальный скидочный промокод, который позволит тебе совершить покупку с максимальной выгодой. Отпариватель Syntec – это настоящая находка для тех, кто хочет быстро и без лишних усилий привести в порядок свою одежду. Этот прибор поможет тебе избавиться от складок и заломов на ткани, а также освежить вещи после носки. Почему же он так хорош? Во-первых, его мощность достигает 2200 Вт. Это означает, что даже самые упорные складки в труднодоступных местах поддаются ему без труда. Во-вторых, время нагрева до максимальной температуры составляет всего 40 секунд, а поток пара выходит со скоростью 40 грамм в минуту. Давление пара 1 бар. Это гарантирует эффективность и скорость работы. Кроме того, отпариватель оснащен вместительным баком для воды объемом 2,5 литра, что позволяет устройству работать до 30 минут без перерыва. А с 10 режимами мощности ты всегда найдешь идеальный для любого типа ткани. И, наконец, нельзя не упомянуть дополнительное преимущество. Он не только разглаживает одежду, но и удаляет неприятные запахи и бактерии. Это делает его идеальным выбором для тех, кто заботится о чистоте и свежести своих вещей. Теперь давайте взглянем на отзывы пользователей об этой модели. Я проанализировала комментарии и выявила ключевые моменты, которые заслуживают внимания. Начнем с недостатков. Короткий сетевой шнур. Неудобно отпаривать длинные вещи. Мощности маловато для плотных тканей. Долго греется. Теперь перейдем к положительным аспектам. Великолепно разглаживает трикотажные вещи. Удобный резервуар для воды. Регулируемая штанга. Качественный пластик. Удобная вешалка. Эти отзывы помогут тебе сформировать полное представление об отпаривателе и определиться, подходит ли он для твоих нужд. И вот мы подошли к концу нашего обзора отпаривателя Syntec. Надеюсь, он был для тебя полезным и интересным. Не забудь подписаться на канал и включить уведомления, нажав на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры. Также буду рада узнать твои впечатления в комментариях и почувствовать твою поддержку через лайки. Напоминаю, что в описании под этим видео ты найдешь полезные ссылки на детальные характеристики и выгодные предложения по приобретению отпаривателя. А также не забудь воспользоваться скидочным промокодом для дополнительной экономии. Спасибо, что был с нами сегодня. Жду тебя в следующих выпусках на канале «Современные родители». До скорой встречи!